персонажей лепят из пластилина. Вместе способные родители и особые дети. А сюда, в центр «Особое детство», который расположен в микрорайоне Макаренко, чаще всего приходят семьи, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья. Это и расстройство аутистического спектра, ДЦП, синдром Дауна, а также слабовидящие и слабослышащие. Им необходимо помогать развиваться. Они уже в этом возрасте видят, что они могут что-то вместе сделать и что-то хорошее, качественное получится. А я им помогаю в этом технически. В то же время я им рассказываю, как все это происходит. Как происходит покадровая съемка, как проходит звукозапись, звукомонтаж, как происходит сборка мультфильма. Такие мультфильмы нужны детям, как учебное пособие, ведь в каждом из них заложен смысл. Сценарии родители пишут сами. Вот на подходе два мультфильма «Здравствуй, друг», о том, почему надо здороваться и прощаться, и «Встреча с незнакомцем», как вести себя при встрече с незнакомым человеком. Создавать мультипликационные фильмы, которые будут основаны, на в основу которых будут положены социальные истории. Не каждому ребенку особому можно объяснить, что будет в каком-то случае, да? Но это можно попробовать показать. В прошлом году родители озадачились, чем же увлечь детей, чтобы продолжать их развитие в более увлекательной форме. Задумали мультстудию. Вот такой необычный проект представили в фонд президентских грантов. И победили в числе 2000 организаций из 9000 претендентов на грант. Из-за того, что все-таки новизна нашего проекта в том, что это мультстудия, и что это дети необычные, дети особенные, и дети вместе с детьми, и дети вместе со своими нормотипичными сверстниками обучаются. Получили грант и в крае. Краевой грант – это реализация и социализация детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей. В его рамках будет проведено 350 семейно-групповых занятий. А еще педагог Анна Кошкина обучает ребят актерскому мастерству и сценической речи. Все для того, чтобы они умели озвучивать своих персонажей. Счастливы дети, довольны за них родители и за себя, что смогли для своих детей создать новое творческое и полезное поле. Ну а мультфильмы будут доступны всем. Их обязательно разместят в Ютубе в группе «Особое детство Сочи». Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.